Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня новички ЛПС Кораллы, Лептастрия Блубери Филдс и Лептастрия Блэк Мэджик. Нана. Обе очень красивые, яркие достаточно. Но я их кинула пока в маленький аквариум, чтобы, ну, показать. А потом я их, наверное, переставлю в большой аквариум, потому что они растут достаточно быстро и занимают большие поверхности камней. А здесь у меня уже занимать нечего, все места заняты, поэтому я их перемещу в большой аквариум. Скорее всего, посажу на отдельные камни, пусть они на них и растут. Смотрите, какая прелесть. Очень красивые кораллы. И в том большом аквариуме у меня другое освещение, и, возможно, и кораллы будут смотреться там по-другому. Я когда их туда перенесу, конечно, покажу, как они будут выглядеть. Ну, на этом все. Такое короткое видео, просто показать новичков. Всем пока, до новых встреч!